Ой, здравствуйте! Вы знаете, какой прекрасный человек Леонид Петрович Бельский. Вы скажете: «А, да, много, если откроете там в Яндексе, будет много Бельских». Но этот несравненный. И родился он в 1855 году, а закончил свой жизненный путь в 1916. То есть это время, когда, да, до 16 года, конец 19 века, когда самые бурные процессы в культуре, в литературе происходили. И странное дело, почему нам не приходит на ум вспомнить о Леониде Петровиче Бельском, человеке энциклопедических знаний. Знаете, вот это очень важная вещь для всякого ученого и для всякого педагога. Любознательность. Потрясающе любознательный и энциклопедически осведомленный. Родился под Воронежем, в уездном городке. И там же учился сначала в одной гимназии, потом в немецком училище. Я упоминаю это потому, что он не просто знал языки, а когда потребовалось, а я скажу, когда потребовалось, он за 5 лет изучил в совершенстве финский. Попробуйте. Может, у вас получится быстрее с компьютерными технологиями. Но в 1874 году, 1874 году, он окончил 4-ю московскую гимназию. Вот я называю все эти гимназии московские. Знаете почему? Потому что, когда вы будете читать биографии выдающихся людей, вы увидите, что и 4-ю гимназию, и другие, в которых работал Леонид Петрович Бельский, окончили выдающиеся люди. Но об этом чуть позже. Итак, с 74 по 78, 1800, конечно, он учился на историко-филологическом факультете Московского университета. То есть МГУ по праву считал бы его и считает наверняка его своим. И стал он магистром русской словесности. В 1887 году приват-доцентом. Да? Мы все это запомним, чтобы понять, как человек в учении, в учебе становится ученым и педагогом. Вот эти вещи оказываются для очень многих людей второй половины 19 века, начала 20-го или даже первой трети 20-го обязательными ученый и педагог одновременно. И вот, окончив МГУ, находясь на кафедре, преподавая, нагрузки, наверное, были не такие, как у нынешних школьных учителей, поэтому он преподает в гимназии Поливанова. А Поливанов собрал очень такой мощный педагогический состав. Там Лопатин преподавал логику, профессор Покровский – латынь, Готье – историю, Шишкин – физику, Бельский – словесность. Понимаете, в одном ряду идут эти люди. Как мы пропустили такое дело? Тем более, что вот Андрей Белый, который учился, да, там, говорил, что преподаватели принадлежали к лучшему московскому культурному кругу. И Бельский среди них. И затем и не только в гимназии Поливанова, но и в мужской гимназии Франца Ивановича Креймана он тоже преподает словесность.
И любопытно, что и Поливанов, и Крейман, они заботились о педагогической системе. И, слушайте, поинтересуйтесь сами. Я сегодня должна говорить не о педагогической системе, а о самом Леониде Петровиче Бельском. Так вот, и там общение преподавательское – принципиально важная вещь. Вы об этом тоже сможете узнать. И так вот, если напомнить, кто там учился, так это еще кроме Андрея Белого, раньше его Поливановскую гимназию закончил Валерий Брюсов, который сбежал от дисциплины и из гимназии. Исключен был вообще-то у Креймана. Ну, посмотрите, за что. Так вот, там работал, в гимназиях и в университете одновременно. И, знаете, никогда не оставлял занятий самой литературой, не только преподаванием литературы, но филологией, словесностью. И в 1881 году его познакомил с Калевалой, а это финский эпос Фёдор Иванович Буслаев, о котором я говорила. Это тоже моя отдельная любовь. Так вот, Буслаев его познакомил, и, выучив финский язык за 5 лет, Бельский перевел Калевала на русский язык. 10 изданий Калевалы принадлежат перу Бельского. Понимаете, как это здорово? И поэтому, конечно, к нему относились с пиететом и в Финляндии, и вообще у графинской интеллигенции, и, конечно, у нас здесь он считался непревзойденным знатоком перевода. Ведь Калевала – это эпос, попробуй, переведи. Ну, попробуйте, я же сказала, попробуйте, и вы можете даже и попробовать. Вы знаете, две самые популярные, да, самые известные книги Леонида Петровича Бельского для детей – это «Вечерние зорьки», ну, само название, да, как будто уже сразу вы понимаете, что это детям адресовано, в 1907 году вышло, и «Думки» 1908 года. Но еще очень важная вещь, о которой я хотела бы сказать. Очерки из истории русской и европейской истории под его редакцией вышли еще раньше, в 1901 году. И кроме того, вот слушайтесь, им было осуществлено факсимильное издание рукописей и черновиков Александра Сергеевича Пушкина. Класс, правда? Кроме того, он пишет очерки о поэтах и прозаиках. Например, о Майкове, о Кольцове, о Полонском, о Никитине, о Жуковском. Слушайте, я это рассказываю потому, что какое поприще открывается сегодня магистрантам и студентам, которые могли бы написать серьезную работу о исследованиях, да, филологических, литературно-критических Бельского. Но, кроме того, он, конечно, не просто баловался литературой. Интеллигенция, в принципе, вся немножко баловалась литературой. Не было человека, который не писал бы стихов или что-нибудь не сочинял бы. Но Бельский... Он писатель, он и прозаик, и поэт. И знаете, когда он отправил Толстому свои сказки, глубоко уважаемому графу Льву Николаевичу Толстому, от автора, 1907 год, декабря 12-го. Бережно хранится в музее Толстого в Ясной Поляне. И можете найти, по-моему, ВКонтакте, на сайте нашей библиотеки, там приводятся благожелательные слова Толстого о его книгах. И, конечно,
это книги преимущественно для детей и подростков. И вот это замечательное свойство оказаться в литературном пространстве у всякого писателя, чувствовать адресат. И я вам скажу, что сегодняшние читатели с интересом бы прочитали его, например, такую легенду «Ручей слез». Все девочки заволновались. Ну да, интересно. Или, знаете, вот книга, в которой «Ручей слез», эта легенда опубликована, называется «Думки». Вот, вот что такое «Думки»? Вообще у вас и слова-то такого в активном словаре нет. Вот посмотрите, что составляют эти самые «Думки». Они, «Думки»-то вышли, книга эта, в 1908 году. А меня очень волнует еще одна небольшая история или, можно сказать, произведение. «Как тварь земная Богу молится». «Как тварь земная Богу молится». Почитайте, и вы увидите, какую традицию закладывает Бельский даже одним этим названием. И, конечно, его стихотворная сказка о царевне лягушке. Сравните с народной прозаической, сравните со сказкой, которую пишет Берестов, да? Советский писатель, тоже стихотворная, между прочим, замечательная вещь. И вот вы сравните, и вот уже у вас путь от курсовой к бакалаврской и даже к магистерской. И, конечно, вы можете сказать, ну что, уже о Жуковском все написано сейчас, зачем нам Бельского читать? А знаете, как сформулировано? Жуковский и его значение в истории русской литературы. Контекстуально, да, изучается материал. И еще, что меня тоже очень радует и побуждает обратиться к вам как к исследователям, его работа «Антоний, архиепископ Новгородский и его путешествие в Царьград из истории паломничеств русских». Слушайте, вы можете вспомнить другие паломнические истории. Ирина Васильевна Маклецова серьезно несколько работ таких написала. И вот Бельский, возьмитесь. И вы знаете, как это будет интересно увидеть все, что оставил нам большой души человек, замечательный педагог и, конечно, писатель Леонид Петрович Бельский. Предлагаем вам познакомиться с трудами Бельского Леонида Петровича, которые хранятся в фонде библиотеки МПГУ. Издания, доступные в электронно-библиотечной системе МПГУ, сопровождаются QR-кодом для перехода к электронной версии. В библиотеке МПГУ хранится личное собрание Леонида Петровича Бельского. Согласно инвентарным книгам пожертвований 1917 года в фонд библиотеки МВЖК поступило более 2000 томов из архива ученого, включая книжные памятники. Один из них – издание эпохи Петра Великого «Грамматика Милетия Смотрицкого» 1721 года. На всех книгах сохранились отличительные признаки – экслибрисы, суперэкслибрисы личной библиотеки Бельского, а также дарственные надписи, адресуемые ученому. Леонид Петрович вошел в историю литературы прежде всего как переводчик карело-финского эпоса «Калевала». Более чем 22 тысячи строк были переведены им в стихотворном виде, что стало настоящим героическим подвигом в истории переводного дела в России. С эпосом «Калевала» доцент русской словесности Московского университета Леонид Бельский
познакомился по инициативе своего наставника Федора Ивановича Буслаева, также преподававшего на МВЖК, подвигнувшего его выучить в целях дальнейшего перевода финский язык. Благодарный ученик в первом издании 1888 года публикует стихотворение, посвященное дорогому наставнику Федору Ивановичу Буслаеву, а в послесловии отмечает, что выход перевода совпал с юбилеем маститого ученого, отмечавшего в тот год 50-летие своей научной деятельности. Перевод был высоко оценен в научной среде, и в 1889 году был отмечен Пушкинской премией Академии наук. Экземпляр первого издания, хранящегося в библиотеке МПГУ, содержит дарственную надпись, оставленную Леонидом Петровичем, русскому историку и преподавателю МВЖК Михаилу Сергеевичу Карелину. Издание «Колевалы» 1905 года представляет собой выборку из полного стихотворного перевода и передает основное содержание эпоса. Рисунки к данному изданию выполнены художником и иллюстратором Надеждой Ивановной Живаго на основании изучения финского орнамента и финских древностей. Леонид Петрович в предисловии отмечает: «Мы не нашли возможным пользоваться существующими уже иллюстрациями, за немногими исключениями, потому что удовлетворительных иллюстраций, близких к сказочному духу былин, не оказалось даже у самих финнов. Их рисунки Колевали не богаты фантазией и носят характер современного быта Финляндии, а не ее древних эпох». Колевала 1915 года вышла в свет с многочисленными исправлениями ранее неверно понятых мест, стилистическими правками, внесенными в раздел примечаний. В данном издании Бельский постарался уравнять количество стихов перевода с оригиналом, а также изменил название первого издания с финской народной эпопеи на финский народный эпос, объясняя это тем, что финской народной эпопеи не было, а существовали отдельные ее части – финские былины, которым он, Элиас Лёнрот, финский лингвист, первый собиратель и составитель Колевалы, первым постарался придать вид цельного произведения. В 1933 году вышло первое иллюстрированное советское издание Колевалы, осуществленное издательством «Академия» при участии филолога Дмитрия Владимировича Бубриха, основателя российской школы финно-угроведения. Перевод был сверен с оригиналом и подвергнут частичной переработке. Работа по оформлению книги принадлежит коллективу мастеров аналитического искусства под руководством Павла Николаевича Филонова, лидера русского авангарда. В 1940 году в Петрозаводске была издана «Колевала», подготовленная Карельским научно-исследовательским институтом культуры. При переиздании перевода учли исправления Бельского, а также изменения, внесенные Бубрихом. Вступительную статью и примечания к этому изданию написал историк и филолог Евгений Георгиевич Кагаров. Иллюстрации к эпосу создала Алиса Парет, ученица Павла Филонова, которая участвовала в оформлении предыдущего издания 1933 года. Исследование 1890 года посвящено сочинению новгородского архиепископа Антония, в котором он описал свое паломничество в Константинополь в конце XII века. Ученый отмечает, что ни один из древних путешественников в Константинополь, не только русских, но и иностранных, не дает такого подробного описания цареградских святынь. Антоний обращал внимание почти исключительно на церкви и священные реликвии. Сочинение Антония является одним из важнейших свидетельств для изучения истории Византийской церкви до взятия Царьграда крестоносцами. В 90-х годах
Бельский публикует ряд очерков о русских писателях в журналах для детей. Один из них посвящен жизни и творчеству русского поэта Аполлона Николаевича Майкова и напечатан в журнале «Детский отдых». Леонид Петрович отмечает в Майкове чудное сочетание древнего римлянина и настоящего русского человека, и христианина, истинного человеколюбивого. В 1901 году общественный деятель и благотворитель Александр Андреевич Катуар инициировал издание первого в России факсимильного воспроизведения рукописи Александра Сергеевича Пушкина «Русалка». Леонид Петрович Бельский выступил в качестве редактора издания, составив послесловие, в котором объясняется структура издания, а также транскрипцию фототипического текста для тех, кто не привык к руке Пушкина. Переводы, обработки и переложения с других языков на русский Бельский считал принципиально важным делом. Статья о Василии Андреевиче Жуковском была прочитана 3 февраля 1902 года в Историческом музее в ряду чтений, устраиваемых Педагогическим обществом Московского университета. Леонид Петрович так определил значение творчества поэта. Когда явится поэт, который затмит его прекрасные переводы новыми, тогда Жуковский потеряет свое общее значение в нашей литературе. А пока русская литература глубоко признательна ему за то, что он усвоил ей чужую поэзию, обогатил ее, сделал чужое нашим родным, подарил нам обширный отдел поэзии на прекрасном русском языке. В 1886 году на заседании Московского комитета грамотности Леонид Петрович читал написанные им народные сказки в стихах. Там же ученый знакомится с известным книгоиздателем Иваном Дмитриевичем Сытиным. «Никогда не забуду, с каким искренним удовольствием отозвался Иван Дмитриевич о моих сказках, и как приятна была мне сердечная похвала этого человека, вышедшего из народа», вспоминал Бельский на страницах сборника «Полвека для книги», посвященного 50-летию деятельности знаменитого предпринимателя. «Вечерние зорьки» были изданы в 1907 году и направлены Льву Николаевичу Толстому на просмотр. Последовал ответ Льва Николаевича: «Думаю, что сказки и басни должны иметь успех в детском мире». Вместе с благодарностью великий писатель земли русской намеревался использовать тексты в своих занятиях. В сборник вошли сказки «Царевна лягушка», «Сон Гаруна аль-Рашида», «Болезнь калифа Джаафара», «Басня дуб и липа», «Рассказ, как тварь земная Богу молится», «Комедия-шутка», «Предводитель индейцев». В 1916 году исполнилось 50 лет книгоиздательской деятельности Ивана Дмитриевича Сытина. Художественно-литературный сборник «Полвека для книги» 1866-1916 вышел в честь этого события. Среди воспоминаний многих видных деятелей науки и культуры описан сюжет знакомства Леонида Петровича Бельского с известным издателем. На протяжении ряда лет Бельского интересовали средневековые легенды о дочери венгерского короля Андрея II Елисавете, провозглашенной святой за набожность и благотворительность. Леонид Петрович в стихотворной форме переводит несколько мест из истории святой Елисаветы Венгерской, написанной французским поэтом графом Монталамбером, и издает в 1910 году «Легенды и повести о святой Елисавете Венгерской» с посвящением ее императорскому высочеству, великой княгине Елисавете Федоровне. Издание сопровождается многочисленными снимками произведений живописи и скульптуры, а также снимками видов тех местностей, где жила святая Елисавета.
С перечнем работ Леонида Петровича Бельского, хранящихся в библиотеке МПГУ, можно ознакомиться в электронном каталоге МПГУ. Представленные издания доступны для работы в отделах библиотеки МПГУ.